У него высокий рейтинг. В жаркие дни этот муниципальный пляж собирает аншлаг. Солнечные и морские ванны здесь принимают туристы со всей России. Мы приехали из Екатеринбурга. Пляж очень хороший, шикарная набережная. Спасатели работают. Море чистое. Очень все нравится. Еще год назад здесь был дикий пляж. К Олимпиаде его благоустроили. 6 километров берега отсыпали отборной галькой. Поставили шезлонги и соломенные зонтики. Организовали дежурство медиков и спасателей. Порядок навели на суше и в море. Водолазы собрали со дна акватории мусор, изучили рельеф дна, замерили глубины. Выставили буи не 50 метров от уреза воды, как положено, а 30 метров в связи с тем, что здесь очень большая глубина. Здесь очень чистая вода. Здесь отсутствуют вот бетонные буны, то есть для отдыхающих это комфортно. Чистое море и комфортный берег еще не все. Для любителей активного порядок навели на суше. Полосы построили велосипедную дорожку и аллею для променада по Имеретинской долине. Прогуляться под пальмами есть куда. Направо пойдешь – парк развлечений. Прямо – олимпийские стадионы. Мы вообще загорали обычно летом за границей. Мы вот сейчас решили у нас в Адлере. Мы довольны. А море теплое и чистое. Туристы назвали эту набережную Олимпийской. Именно здесь в дни зимних игр отдыхали, разминались, тренировались сильнейшие спортсмены планеты. 6-километровый пляж расположен рядом с деревней для спортсменов. Здесь были замечены Виктор Ан, Евгений Малкин, Евгений Плющенко и другие звезды спорта. Этот пляж один из 108 муниципальных, которые сейчас принимают отдыхающих. Каждый участок берега под контролем городских властей. Муниципальные пляжи должны быть такими же привлекательными, как и ведомственные, где идет борьба за туриста. Ведь от каждого мнения зависит репутация курорта, который готовится во всей красе встретить так называемый высокий сезон. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.